Только такой логотип подтверждает, что вы приобрели оригинальные часы с кукушкой из Шварцвальда. Пожалуйста, открывайте картонную коробку только с предназначенной для этого стороны. Выньте инструкцию по применению и прочтите ее внимательно. После вскрытия упаковки осторожно выньте часы. В зависимости от вида часов, выньте из упаковки дополнительные детали, маятник, грузы или башню с колокольчиком для того, чтобы позже монтировать их к часам. Проверьте еще раз, все ли нужные детали вы достали из упаковки. Прежде чем вы подвесите часы, откройте заднюю крышку корпуса часов и удалите защитную бумагу из звуковой пружины. Также удалите транспортировочные предохранители на свистке кукушки. Пожалуйста, подберите соответствующий весу и размеру ваших часов монтажный материал для укрепления. Часы с кукушкой должны быть расположены в безветренном помещении на высоте приблизительно 2 метров. Подвесьте часы на стену и распакуйте бумажный кулечек с цепями, находящийся под корпусом часов. Прицепите маятник на проволочный крюк, который расположен снизу под корпусом часов. Потом прицепите грузы на крючки цепей. Откройте маленький затвор на дверке кукушки. На часах с штопором боя необходимо отворить штопор. На некоторых часах рычаг штопора расположен сбоку корпуса часов. Теперь подтолкните маятник, и ваши часы начнут ход.